Всем привет, с вами я, Лера Милешко, и это сетап моего bullet journal. Новый год, начинаем все с чистого листа. Поэтому первый разворот будет вступлением в 2021 год. Я уже заранее подготовила много разных картинок, которые будут у меня в Телеграме. Если что, ссылка в описании. Январь у меня будет в таких голубых тонах, которые очень красиво между собой сочетаются. Также я распечатала красивый необычный лист из книжки. В этом видео присутствуют зимние атрибуты, надеюсь, что они подымут вам новогоднее настроение. Комбинирую картинку облака с морем. А снизу цитата Коко Шанель: «If you want to be original, be ready to be copied». Мне она как-то понравилась, поэтому я ее вставляю в первый разворот. Ticket to Happiness и 2021 цифра. Вот как будет выглядеть моя самая первая страничка обновленного bullet journal. Мне нравится, что он у меня на кольцах, и если тебе не понравилась какая-то страничка, или ты просто решил ее убрать, ты просто открываешь кольца и достаешь ее. А еще таким способом намного удобнее заполнять свой ежедневник. Следующие две странички будут memory board, в которых я собрала моменты и фотки из 2020 года. В уголках порванная бумага в клеточку, и вот как смотрятся все фотки вместе. Печатала я их в виде полароидных снимков. И для декора добавила голубые кругляшки. Напомню, что все эти картинки будут у меня в Телеграме. Переходим к следующим разворотам, и это уже будет вступление в январь. Его я заполнила еще не до конца, оставила пару моментов, которые хотела бы потом дополнить. Возможно, приклею туда картинку или же напишу цитату. Под фотографией замка и надписью «January» я начинаю чертить план на месяц. Здесь будут самые важные события, выделенные определенным цветом. Записываю дни недели и нумерую каждую клеточку по дням. Вот как выглядит моя черная ручка, которой я пишу, и ей довольно удобно оформлять ежедневник. Выделяю дни недели синим цветом, чтобы они смотрелись ярче. Теперь смотрите, как выглядит готовый вариант. В конце всей недели я клею лиловый скотч. Ну а следующие развороты — это просто моя неделя и планы. Их я не захотела снимать на видео, но сейчас вы сами увидите, как выглядит конечный результат. Мне нравится сочетание таких картинок с порванной бумагой и голубой клеткой. Всего я сделала дополнительных 3 разворота, и в каждом из них есть что-то свое интересное. А теперь пройдемся от самого начала. Здесь я оставила много места для своих планов. Я еще не знаю, что буду делать в январе, поэтому заполню это чуть позже. На этих двух страницах находится аж 2 недели, а на последнем развороте одна.